Атлет международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира», рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян установил новый рекорд. На этот раз люберчанин посетил город-курорт Кисловодск. Силач отбуксировал на возвышенность автомобиль и при этом надул до разрыва 4 медицинские грелки. 3, 2, 1, старт! Поддерживаем Сергея! За спиной двухтонный УАЗ «Патриот», впереди возвышенность длиной 44 метра, в зубах грелка, которую надо надуть до разрыва. В этой нелегкой задаче все было против спортсмена, но он с ней справился. Yeah! Кисловод! Зарядись на 220! Мы сделали это! Свой рекорд Сергей Агаджанян посвятил 220-летию Кисловодска. На выполнение этого сложнейшего трюка ему понадобилось 2 минуты 17 секунд. Но на этом люберецкий силач останавливаться не собирается. У нас в планах с богатырским движением «Сильнейшая нация мира», которая создана при личном участии нашего президента Владимира Путина, есть амбициозный рекорд. Я хочу попробовать при поддержке моих коллег, готовиться буду не менее полугода, удержать на своих плечах платформу с весом более 500 килограмм, либо в виде машины, либо в виде телеги, чтобы вес, который приходился у Валентина Дикуля, был превышен. Наш воздух богатырский, нарзан, богатырь вода, люди у нас богатыри, и вся Россия это богатыри. Вот чтобы знали, что сильнее россиян нет никого, сильнее кисловодчан нет никого, потому что мы одна страна. И мы всегда за себя можем постоять, если надо проявить силу, волю, терпение, превозмогая трудности и боль, добиться результата. Рекорд Сергея Агаджаняна зафиксирован международным богатырским движением «Сильнейшая нация мира». Луиза Егиазарян, телеканал ЛРТ.